Конституционный суд Центральноафриканской Республики аннулировал итоги парламентских выборов 30 декабря из-за многочисленных нарушений. При этом судьи в понедельник утвердили результаты состоявшегося в тот же день первого тура президентских выборов. По его итогам, из 30 кандидатов победили два бывших премьер-министра – Анисе Жорж де Лагиле, он набрал 23,74% голосов, и Фостен Арканж Туадыра, его результат – 19,05% голосов. Второй тур президентских выборов в Центральноафриканской Республике пройдет 31 января, а новые парламентские выборы должны состояться в течение 60 дней. Национальный переходный совет страны зарегистрировал 414 жалоб на ход парламентских выборов, в которых участвовали около 1000 кандидатов. Так, на многие удаленные участки бюллетени доставлены не были. Число протоколов голосования, составленных с нарушениями, также оказалось значительным. Выборы призваны положить конец длящемуся почти 3 года межконфессиональному насилию в стране, в результате которого погибли 1000 человек.